себе постучи. Стучу в твою дверь, материал ключи. И по голове себе постучи. Собрались первобытные люди на охоту. Пришли, увидели, значит, толпу мамонтов. И рассеялись. Тогда один говорит: ну чё, припухли? Ща выскакиваем с воплями, отбиваем одного мамонта от стада и мочим. Жрать-то охота всем, ну, значит, вперед. Так появились командиры. Выскочили, отбили мамонта, а он смылся в лес. Стоят, все не знают, что делать. Тогда один говорит: давайте окружим лес и будем сходиться к середине. Тут и мамонта найдем. Вот так вот появились начальники штабов. Окружили, сошлись, нашли мамонта, а подойти боятся. Тот совсем озверел, мечется во все стороны. Тогда один выскакивает и бросает копье прямо мамонту в глаз. Так появились снайперы. Притащили, значит, тушу в пещеру и попадали спать. Просыпаются, а мамонта нет. Так появились прапорщики.